Здравствуйте! Сегодня мы приготовим чай с молоком, который называется чай масала. И сегодня наша масала будет особенной. Мы приготовим ее из чая пуэр, из горного тибетского чая. Для начала подготовим основу. Основа наша будет состоять из молока 250 мл и также 250 мл воды. Ставим на огонь. Вот так вот. Я ставлю на максимум и жду, пока это закипит. А тем временем я приготовлю саму смесь специй, так называемую масалу. Для приготування чайної суміші масала потрібно взяти корицю, бад'ян, 7 зерен кардамону, куркуму, свіжий імбир та сіль. Усі інгредієнти ретельно розтовкти у ступці до однорідної пасти. Тепер ми готуємо пуер. На 500 мл жидкості я беру приблизительно 10 грам чая. Це количество я поміщаю в отдельную посуду и заливаю кипятком. Люди, которые делают чайные церемонии, называют это помыть пуэр. Вот он издал аромат, он проснулся, и в этот момент мы отправляем его молоко. И сюда же я отправляю нашу смесь из специй. Ждем 5 минут и даем этому чаю немного повариться. Наш чай приобрел удивительно розовато-коричневый цвет и излучает удивительно вкусный такой сладко-терпкий аромат. Мы снимаем его с огня и разливаем по чашечкам. Для приготування чаю масала необхідне молоко, вода, чай пуер, імбир та спеції.